Генеральный партнер программы «Новости» – производственное предприятие «Меркурий-2». Продаются двухкомнатные квартиры в жилом комплексе «Солнечный», расположенном в курортной зоне города-курорта Анапа, в непосредственной близости от моря, в тихом и спокойном месте. Компактные и удобные планировки квартир, благоустроенная дворовая территория, уникальное соотношение цены и качества строительства. Пионерский проспект, 255/2, телефоны 48300 и 48333. Эфир канала РЕН-ТВ продолжает новости Анапа регион. В студии Ирина Меркурьева. Здравствуйте. Смотрите сегодня в выпуске. В основе развития участие в целевых программах. Сфера образования ждет средства на новые проекты. Казак в юбке. Ветеран Софья Поворова во время Великой Отечественной войны служила кавалеристом. К труду и обороне готовы. Пилотный проект по ГТО для первоклашек запустили в Анапе. А сейчас обо всем подробнее. 2,5 миллиона рублей требуется на капитальный ремонт спортзала в школе хутора Чекон. Возможность полностью обновить спортивный объект даст участие в целевой программе. Заявку администрации курорта на софинансирование этого и других проектов в сфере образования рассматривают в краевом профильном министерстве. 10-й школе в хуторе Чекон почти 40 лет. Спортзал ремонтировали 15 лет назад. Управление образования подготовило заявку на участие в целевой программе. Как только ее одобрят, в школе выделят средства на капремонт. И замен полов, и покраска стен, и ремонт системы отопления, полностью замена этих душевых, раздевалок. Все это включено. Ремонт канализации. Здесь в смете все заложено. Это единственный спортивный зал во всем хуторе. Ребята со всех районов занимаются спортом именно здесь. Для села всегда самое главное это было, это школа, детский сад и больница. Вот и у нас нет закрытых площадок для того, чтобы наши дети занимались где-то. И они занимаются футболом, баскетболом, волейболом, но не здесь, а на улице. К новому учебному году условия для тренировок в чеконской школе кардинально поменяются. Участие в целевой программе «Развитие образования» даст возможность муниципалитету получить дополнительные средства на капитальный ремонт 3 спортивных залов и строительство 1 нового. Программа «Максимум» – обеспечить надежное энергоснабжение на курорте. Как с этой задачей справляются энергетики, обсудили сегодня на общегородском планерном совещании. Потребление электроэнергии летом вырастет на порядок. Подготовка энергообъектов к курортному сезону идет, сверяют энергетики. Реконструкция в основном кабельных линий в количестве 5 штук, те, которые действительно доставляли нам и доставляют до сих пор неудобства. Реконструкция КТП-186, это улица Заводская, с установкой на БКТП. Глава подчеркивает, энергетики серьезно продвинулись в сроках и качестве выполнения ремонтных работ. Проблемные вопросы остаются, и решать их надо сообща, чтобы из сложных ситуаций выходить с наименьшими потерями. В конечном-то итоге мы своим взаимодействием довели ситуацию вот до такого состояния, которое она есть. И кроме нас никто не виноват в этом, понимаете? И сегодня еще не закончились посылки к тому, чтобы искать виноватого. То ли мы, то ли вы и так далее. Давайте заканчивать, давайте работать. Проблема низкого напряжения характерна в основном для сельских населенных пунктов. Но уже во многих селах установлены трансформаторные подстанции, благодаря которым селяне бесперебойно получают электричество. По Витязевскому сетевому участку установлено новых трансформаторных подстанций 5 штук на общую мощность мегаватт 480 киловатт. На прошлой неделе были заменены 2 трансформатора. Один в станице Гастагаевской на улице Западная Широкая и второй в хуторе Малый Разнокол на улице Южная. Есть вопросы к руководителям городских предприятий. Одни забывают закупить резервные источники питания, другие – заключить договоры на обслуживание трансформаторных подстанций. В случае возникновения аварийной ситуации вы несете персональную ответственность за электроснабжение своего объекта, потому что у вас ТП-шка не обслуживается. Там регламентных работ лет 10 никто не проводил. А если она еще имеет вид такой неприглядный, ржавая, дверки болтаются, это в лучшем случае, а в худшем их вообще нет. И свободный доступ к этой ТП-шке, она еще на территории расположена, то вообще такая здравница не должна открыться. Навести порядок необходимо до открытия курортного сезона. Время на это еще есть.
Курортное село Витязево – лидер по количеству незаконно возведенных отелей и многоквартирных жилых домов. Муниципальный контроль выявляет факты самовольного строительства. Юристы администрации готовят документы в суд о сносе объектов. Но пока идут судебные разбирательства, застройщики спешат сбыть нелегальные квадратные метры. Покупаясь на обещание узаконить самострой, анапчане рискуют остаться не только без денег, но и без квартир в новостройках. Витязево на улице Комарова, 46 и 48, незаконное строительство двух многоквартирных домов выявлено еще на стадии строительства первого этажа. Пока идут судебные разбирательства, застройщик без разрешительных документов возводит два трехэтажных дома и одноэтажное здание. Подобная ситуация на улице Воина Шамбелиди, 24. Судебные разбирательства идут с апреля 2014-го. Даже если дома не пойдут под снос, у будущих собственников возникнут проблемы с вводом в эксплуатацию самостроев. Мощность коммуникации на земельные участки по ДЖС рассчитана, конечно, как на частные дома, а не на многоэтажку. Значит, проблем со светом, водой и газом не миновать. Уважаемый выпускник 2045 года. Если ты читаешь это письмо, значит, празднуется столетие со дня Великой Победы. Такими словами начинается послание потомкам Артема Москвина, десятиклассника гимназии «Эврика», призера городского конкурса «Ученик 2015 года», победителя в номинации «Человек будущего». Каждую семью в России коснулась эта война. И я считаю, что очень важно помнить о том, о чем мы должны. Это события той войны, ее последствия. Мой дедушка воевал, был ранен. И вот стихотворение, вот, мне кажется, одна из самых ярких его частей. Это вот. И выжил он, хоть и с ногой увечной, и с правой до локтя отхваченной рукой. Слезами мать сыночка обливала, вернулся, наконец-то сокол мой. Перекрестила трижды, как бывало, пусть без руки, зато живой. В гимназии «Эврика» уделяется большое внимание патриотическому воспитанию. В акции «Бессмертный полк» приняли участие все гимназисты и родители. Они пройдут по Анапе на параде 9 мая с портретами своих родственников-ветеранов. Лучший ученик года Артем Москвин готовится выступить на общегородской научной конференции по гражданскому, патриотическому и духовному воспитанию, которая пройдет в анапском филиале Государственного гуманитарного университета имени Шолохова. А уже известное письмо потомкам 2045 года – главным героем которого стал прадед Артема, участник Великой Отечественной войны Василий Степанович Барабанщиков, отправлено на всероссийский конкурс «Лучший урок письма». Девица-кавалерист. В свои 17 лет Софья Поварова надела казачий мундир и вступила в ряды советской армии. Служба в 4-м гвардейском кубанском казачьем кавалерийском корпусе пришлась на годы Великой Отечественной войны. В гостях у знаменитой землячки побывала наша съемочная группа. Родилась Софья Сынгатовна в 1924 году в Сибири. Закончила школу, поступила в педагогический техникум. Все надежды на новую взрослую жизнь оборвались, когда по радио объявили о начале войны. В 17 лет, надев казачий мундир, вступила в армию. Обучалась полгода азбуке Морзе, техническому обслуживанию. К весне отправили на фронт. Ты нам подходишь как раз. Я говорю, а в авиацию я не пойду. Я хочу в кавалерию. Служила в 4-м кавалерийском кубанском орденоносном полку. Неудивительно, что выбор пал на кавалерию. С 5-го класса Софья Сынгатовна работала в колхозе. И вот там я научилась на лошадях ездить. Вот так вот. И полюбила лошадь. Единственная девушка-кавалерист в своем взводе. Вместе со своей лошадью прошла от Кубани до Праги с главной задачей проскочить в тыл врага. Преимущество кавалерии, где танк не пройдет, где что-то, а кавалерия по тропам, по лесам, везде. Помню, через Березину большая река такая переправлялись, а нас бомбили, 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 вода кипела. Полгода в госпитале после тяжелого ранения в ногу. И после снова на фронт. В октябре 45-го вернулась домой. Своих двух военных коней вспоминает с особой теплотой. Вот конь – это особые животные, необъяснимые. Оно чувствует седока. И боевые кони, они тоже боевые, они как и казак. Они в бой идут тоже так же насмерть. Я прекрасно ездила. Даже здесь я еще в 60 лет, в 70 еще садилась на коня. Прошло уже 70 лет, но про войну тяжело вспоминать до сих пор, признается ветеран. Сны не дают ее забыть. В течение 30 лет я вскакивала, к дверям бежала.
И все время мне война снилась, война. Районное казачье общество не оставляет без внимания Софью Сынгатовну. Поздравляют со всеми праздниками, днями рождения и просто заходят в гости. Мне в прошлом году 90 лет было. Только. Вот такая женщина-кавалерист живет у нас в городе. Интересная, добродушная и отзывчивая. К труду и обороне готов. В Анапе возобновляют нормы ГТО. В прошлом году восстановили программу физкультурной подготовки в общеобразовательных, профессиональных и спортивных учреждениях по указу президента Владимира Путина. Первоклассники средней школы номер один и в нормах ГТО первые. Пилотные соревнования прошли для школьников 6-8 лет. Для ребят все испытания по силам. Прыжок с места, наклоны вперед, сгибание-разгибание рук в упоре. Самое интересное – 30-метровка. Нужно опередить бегущего рядом соперника хотя бы на долю секунды. Здесь собраны такие упражнения в этих нормах, доступные для детей. Здесь нет ничего сложного, где проверяется скорость, быстрота, ловкость. Гибкость – это те качества, которые нужны нашим детям, которые воспитываются в наших детях. По итогам соревнований участники получат бронзовые, серебряные или золотые значки ГТО. Результаты нужно будет ежегодно подтверждать или по возможности улучшать. Нормы ГТО первой ступени пройдут и в других школах Анапы. В Краснодарском крае и в Анапе стартовала операция с условным названием «Бахус». Операция «Бахус» стала уже традиционной, проводится несколько раз в год. В течение недели идет массовая отработка водителей, которые садятся за руль в состоянии алкогольного опьянения. Именно нетрезвые водители чаще всего становятся виновниками дорожно-транспортных происшествий с тяжкими последствиями. По итогам прошлой операции таких водителей было выявлено более 20 человек. Будет задействовано максимальное количество личного состава. Это будут совместные экипажи как сотрудников отдела ГИБДД, отдельного взвода ДПС, роты ДПС. По городу Анапа. Работа будет усилена, особенно в вечернее, ночное время суток, ну и в течение всего дня. Нарушителям грозит штраф 30 тысяч рублей и лишение водительского удостоверения на срок от 1,5 до 2 лет. Меру наказания определяет суд. Анапчане приняли участие во втором муниципальном этапе спартакиады, приуроченных к 70-летию победы в Великой Отечественной войне. Соревновались между собой лучшие представители муниципальных образований Анапского округа, организаций и спортивных школ. В программе второго этапа бег на 200 метров у женщин и 400 метров у мужчин, прыжок в длину с места, 400-метровая эстафета, перетягивание каната и гиревой спорт. Как новичков и более опытных спортсменов объединил азарт соперничества. В спартакиаде есть уже свои лидеры. Есть фавориты, потому что в соревнованиях у нас бывшие спортсмены, из них есть мастера спорта по легкой атлетике, по борьбе. Поэтому, я думаю, потенциал, который есть, и он проявит себя и в дальнейшем. Так что надеемся на хорошие результаты и хорошие достижения на краевых соревнованиях. А за краевыми и всероссийские советом для начинающих спортсменов поделилась Анна Шашлыкова, серебряный призер России в марафоне на 42 километра. Мое любимое – это участвуйте, никогда не отказывайтесь. Главное – участие, не победа, общение. И оздоравливает это все. Солнце, воздух. Участие в соревнованиях объединяет коллег, жителей поселков и городов. Здесь всегда можно обзавестись новыми знакомствами. И это все новости на сегодня. Далее смотрите прогноз погоды на завтра. В эфире прогноз погоды. Здравствуйте, в студии Наталья Змызгова. Разгул циклона по побережью продолжается. Северо-восточный ветер в среду утихнет. Воздух прогреется до плюс 9 в дневное время. Метеочувствительные анапчане уже ощутили на себе перепады давления. Будьте внимательны к своему здоровью. Спонсор прогноза погоды – офтальмологическая клиника Тризе. Если доверять свое зрение, то профессионалам клиники Тризе. Пусть ваше самочувствие будет хорошим. Считаете, что раньше вы видели лучше? Самое время посетить врача-офтальмолога. Комплексная диагностика в офтальмологической клинике Тризе. Мы расскажем все о вашем зрении. Запишитесь на диагностику в анапском подразделении Тризе по телефону 30 31 0, Крымская 242. Тризе, 12 лет мы заботимся о ваших глазах. Партнер программы – производственное предприятие «Меркурий-2». Эти и другие новости вы можете найти на нашем сайте и в социальных сетях. А я с вами прощаюсь. Всего доброго и до встречи. Генеральный партнер программы новости – производственное предприятие «Меркурий-2».